Kane is deified. The clans вот, кстати, tell tales of him. Few know the truth. He was mortal once, as were you. However, his contempt for humanity drove him to create me and my brethren. I am Raziel, firstborn of his lieutenants. I have served Kane a millennium. The gift continued to evolve. We became less human and more divine. Kane would enter the state of change and emerge with a new gift. Some years after the Master, our evolution will follow. Until I had the honor of surpassing my lord. For my transgression, I earned a new kind of reward. Agony. There was only one possible outcome. My eternal damnation. I, Raziel, was to suffer the fate of traitors and weaklings, to burn forever in the bowels of the Lake of the Dead. Cast him in. Tumbling, burning with white-hot fire, I plunged into the depths of the abyss. Unspeakable pain, relentless agony. Time ceased to exist. Only this torture and a deepening hatred of the hypocrisy that damned me to this hell. An eternity passed, and my torment receded, bringing me back from the precipice of madness. The descent had destroyed me, and yet I lived. I know you, Raziel. You are worthy. What madness is this? What pitiful form is this that I have come to inhabit? Death would be a release next to this travesty. You did not survive the abyss, Raziel. I have only spared you from total dissolution. I will choose oblivion over this existence. Не, игра, the choice is not yours. I am destroyed. О, боже, you что are шумается? Reborn. Шумается, the birth of one of Kane's abominations. Я там антистрюк слышал, говорил, то, что он похож на исполнителя желаний. It is this soul that animates the corpse you. Ну да, зеленый. And ну, that да, Raziel. Что интересно, Бладомин 2 вообще на себя не похож. С учетом того, что у него этот дизайн от 99-го. Там Булка пишет то, что мы радужные, ты пассив, я актив, и мы влюбились под музыку Звездных войн. Он спиздил шутки из-за этого. Destroy him and your brethren. Free their souls. Но кажется, да. Let them be again.
Я точно помню, договорился, что это ты актив, а пассив, и вы женились, блядь, по музыку Звездных войн. Вообще-то там Джеймл с Ливом будет. А, да? А, точно, там про них типа говорили в интернете. Хуйню. Нет, это не про них говорили, это говорили про этих, блядь, ну, про лавочников, короче. А, точно, точно, все. Там в самом начале же, собственно, он куда-нибудь бурколит это. Костюмы штурмовиков еще были. Короче, я тебе сочувствую. Ну, посмотрим, что из этого получится. Это будет боль. Ты, конечно, побегал, да, управление тут такое. Мышка вообще не использует. Да не, управление это еще хер бы с ним, но здесь вот именно бэктрекинг ебанутый, в том смысле, что, не знаю, я когда играл, я ее, кстати, целиком не проходил. У меня как-то все время... Она клевая, но она как-то наскучивает в какой-то момент. Нет, как-то наскучивала. Ну, там очень много... дошел где-то до босса второго. Вот типа я до второго или до третьего доходил, короче. Я помню, что там какую-то башню проходил, там что-то такое. Когда ты там еще прыгаешь, там типа до вентилятора, еще куда-то ты вверх карабкаешься постоянно. Вот, ну просто, блин, в ней реально, ну, приличное количество таких мест, где ты просто не знаешь, куда идти, даже не потому, что ты не знаешь... куда идти, в плане того, что типа ты там что-то не увидел, какой-нибудь проход или что-то, а ну, блять, я не знаю, когда играл, короче, были такие моменты, когда просто непонятно, что туда можно пройти, грубо говоря. То есть ты там видишь какую-то стенку, но ты не думаешь, что там по ней залезть можно или еще что-то. Такие у меня были дневники. Ну я понимаю, потому что Soul Reaver 2, когда начинал, я, по-моему, прям с первого уровня заходил. Ну, говорю, что в этой игре так, знаешь, немножко, на мой взгляд, немножко недоделал на то, что тебе плохо, не знаю, либо я тупой, либо тебе реально плохо поясняют за твои способности. Потому что в некоторые моменты, там, ну реально, я очень помню, долго бегал там в каком-то месте, нужно просто тупо по стене залезть наверх, но ты изначально этого делать не умеешь, тебе дают как, в какой-то момент эту обилку, и тебе как бы не говорят, по-моему, даже толком, что типа вот есть такого вида стены, как бы, по которым ты теперь можешь залезать. Вот мне нравится, блядь, большой прыжок, как у хищника, блядь. Сперва надо присесть, а потом прыгнуть. Да. Да, это, кстати, это прикольно. Хотя, с другой стороны, это гейм. Да. Take hold of them as you win, and they will carry you across this chasm. Ну, здесь, видимо, они сделали специально, это, как сказать, фиксированная высота всегда, чтобы точно это... Еще тут часто придется вот этим вот пользоваться. Видом, типа, это, зумом, чтобы осматривать, потому что комната очень часто нихуя помнит. What scabrous wretches are these? Нет! You are the scavengers of the underworld. Their feral hunger has claimed countless souls. Мне нравится, как они с оружием работали, потому что всякие там оружие можно и изымать у персонажей, и бегать с ними, и там кидать всех в костер, там еще какие-нибудь. Немножко боевку это разнообразить. А это у игры фреймрейт такой низкий, что ли? Плайн. Но она какая-то подёрганная. Ну, это движок такой. Ну, это же порт с первой плойки. Да. Наверное, это... Она как Человек-паук. По графике. Ну, там, да. Я не сказал, что на компе она сильно лучше. Ну, там, за вычетом сглаживания. Ну да. Вот это вот, блядь, об этом я говорил. Если тут не присмотреться, можно долго втыкать, что тут наверх можно пройти. Да. Потому что потолка тебе не видно. Я во многих старых платформах такого начал. Здорово,
These portals are your conduit between the spectral and material realms. With their aid, you may gather matter and will yourself to become manifest in the physical world. Это еще потому, что они камеру сделали, ну, как... Обзор явно 90-градусный или что-то типа того. При том, что камера за третьего лица, из-за этого получается, что оно какое-то... Ну да. Узенько. Миссия хуйня. Как и вся игра хуйня. Мне кажется, сейчас, когда делают камеры, они шире просто по углу делают. Ощущение. Потому что вот я смотрю прямо на картинку, я как будто прям даже не 90 градусов, а еще меньше. Как будто вообще камера такая сушеная. This fragile matter will dissolve. Вот, например, я вижу, что по этой стене точно нельзя будет ползать. Вот по этой можно. Пока я, по-моему, не вижу. Да, 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 вот по ребристым стенам можно залезать. Никогда есть такая. Ну я вот тут вот пробовал, короче, на эту запрыгнуть, потом сюда. В общем, я уже вот там вот. Вон там он уже перестал Я вспомнил, что меня в этой игре, короче, бесило просто пиздец. Во, это ж карта. Карта здесь просто кусок говна, вообще что просто. Карта есть. Пиздец она. Давай тут. Давай красная вот, шапочка. Вообще, блин. Она, по-моему, здесь есть. Она такая. Блин, короче. Тут у меня могут быть кривые воспоминания, может быть, я карту в интернете находил. Но мне кажется, она и встроенная здесь есть. Но она просто такая, что, блин, нифига непонятная, короче. То есть тут все локации же, они между собой переплетены, они еще на разных уровнях, там, с какими-то дикими переходами. Я помню, что когда я в карту втыкал, там, я вообще не понимал, как из одной локи в другую попасть, что вообще там происходит. То есть тут вообще реально лучше запоминать карту просто по всем канонам Dark Souls. Играется как-то анимация, но проигрывает. А этот тип, он это как толкает. You are young yet, Raziel. You still retain many of your vampiric weaknesses. Immersion in water, while not fatal, will dissolve your physical body, forcing your return to the spirit world. Be aware that in the spectral realm, water has neither depth nor limit. It stands as thin as air. Ну, которая ванильная. Квейки потом более прозрачные, как Квейки там вообще было. Там такие пузыри синие, пиздец. Она вообще выглядела для меня. Я не думал, что это вода в свое время. Я думал, что это желе, блин, как какое-то. Но она реально, блин, вообще на воду не похожа. Минус 5 баллов Half-Life. Do you suppose that time stood still for you, Raziel? Much has changed since you passed from the world of men. Вот вижу save game. Один. Слушай, я не знаю, кстати, не помню. А, ну, видимо, в любом месте. Наверное. Это лучше не забывать, потому что потом проблемы с этим будут. Забыл сохранить. I knew my opponent's weaknesses. Вижу гигантскую ящерицу, когда делаю дома, когда орёт. Vampires in mortal flesh begins to close as soon as it is cleaved. Vampires need only fear those wounds that impale or inflame. Water scorches like acid, and fledglings are devastated by sunlight's touch. Would have to modify my tactics to suit my foes. Unfettered from the flesh, a creature's soul fades swiftly into the spectral realm. Draw it in quickly, Raziel, or you will be compelled to follow. Литл мне вчера прислал то, что он из нейросети сделал бота, который озвучивает сообщения, как в Стиве Гриффин, да, ну, типа, как он.
Mm-hmm. Говорит, теперь такое, тут все, пошли все нахуй, озвучивать больше ничего не буду. Ну, прикольно, они сделали то, что у тебя ХП, оно же, по сути, и время, то есть оно же, по-моему... Ну да, видимо, тут могу пребывать в физическом мире постоянно. Да. Ну да, в принципе, оно очень медленно тикает само по себе, но бывает такое, что прямо... Блять, врагов нету, из кого можно покормиться. Но в конкретном умереть я могу только потусторонним, да? Да, да. По сути, когда в реальном мире убивают, то просто туда в потусторонний откидываешься. Так, посмотреть, куда я. Ох, это, блядь, реверс, нахуй. Когда вперед, да. Это в бок, блядь, влево, это вверх. Толкаешь, он от вида камеры зависит. Ну как в резик, короче. Танковое управление. Почему-то его так в США называют. Танк контрол. Потому что как танком управляешь. Может только, блин, влево, вправо, вперед, назад. Калитки над руками. My God! My God, ворона. The sanctuary of the clans reduced to ruin. Beyond these walls lay the pillars of Nazgul, the seat of Cain's empire. В эту игру что, руками надо играть? Я только просто... Надо будущее второй вспомнил. Oh my God! Из Люка Лайджа. I had only just emerged. In the instant between my execution and resurrection, centuries had apparently passed. А он одно висит на стене. А, да-да-да. Cataclysms. The earth strains to shrug off the pestilence of Cain's parasitic empire. The fate of this world was preordained in an instant by a solitary man. Unwilling to martyr himself to restore Nosgoth's balance, Cain condemned the world to the decay you see. In that moment, the unraveling began. Now it is nearly played out. Ой, это, по-моему, Нозгоф on the brink of collapse. Its fragile balance cannot. Короче, тебе их надо собирать, они, по-моему, дают обилки как раз типа прохождения через стены, там что-то такие вещи. Да нет, ну что за херня? Тупой игрок. Согласен, Барбай. Тупая игра, я знаю, охуенную игру. Папайя? Барби. Кстати, тут, по-моему, вот этих противников, их надо вот именно этой палкой, что ли, добивать или что-то такое. По-моему, если их руками просто пить, они... О, тут стелс. Не дохнут, что ли? Да, да, да. Ну, тут стелс такой прям, ну, скажем. Ну да, примитивный, но все же. Ну да. Так, ну, через ту решетку я сейчас не пройду, мне просто прям интересно. Мне так тут, мне кристалл так показали. Ну, видимо, сейчас пока никак. Тут стоит прям парк какой-то. Мы с тобой однокровие белозистые. Это из-за того, что угадал, что ты Папайя предложишь.
Для этого не нужно быть с тобой одной крови. Срочно надо сделать переливание. Переливание папайи. Шпиняка. Так, вот эти двери, по-моему, за ними портал или что-то такое, блин. Смутно помню. Да, портал. Я снова слышу эти голоса, они меня преследуют, говорит Глазист. Я так понимаю, вот между ними, на них единственное место, которое шорткат сокращает шорткат. Блин, ну классно, просто, блин, волшебный Dark Souls. Надо же, обижал он сейчас местами, я просто вперед жал, он сам поворачивался. Козвал! Управление козвал. Да, шучу. This, at least, had remained constant. The endlessly swirling vortex of the abyss. My tomb and the womb of my rebirth. Though much of Noskot's landscape had changed, these cliffs gave me my bearings. My clan territory was to the west. I was anxious to see how my descendants had fared during the centuries of my absence. Да блин! Водичка! У тебя значок Дримкаста справа. Душу а надо вот. Сразу жрать, а то не устаю. Utter desolation.
My once proud kin wiped from this world like excrement from a boot. I knew the hand that wrought this deed. Вот дизайн я точно видел этого чувака, это он прикольный. Кто-то играл просто в нее. В гараже даже играл. Кто? Рыла играл. А, ну да, точно, точно. Я чуть хомяку почести не отдал. Кучка порталов, видимо, в одном акте каком-то, что-то они более близко друг к другу расположены. Да, даже так. Так просто быть не должно. Да. Это вода. Туда лучше. Я уже просто этот проем тут, наверное, спуск будет. А, эту херню ты не подымешь. Она поднимается только в живом виде. Да. В живом виде, а ты полый сейчас. Да? Прям причем такой полый. Еще более полый, чем Dark Souls. Вот Рай опять, сука, напиздел. Опять он такой, блядь. Я ему говорю, блядь, ты только пиздишь, короче. Не приходишь. Все, блядь. Я уже думал, это он ворвался, это Морган. Морган, ты не Рай. Можешь уходить. А он с микрофоном выключенным все равно. Уже нет. Блин. Сейчас что-то пизданет. Тут, конечно, что прикольно они сделали, то что у тебя локации меняются, когда ты между мирами переходишь.
Вот это прям такая прям фишка прикольная. Зачем больше-то? Просто на его мониторе 144 Гц. Плохо смотрится. Вот это вот гандон. Его просто туда, до воды. Боюсь спросить, какого года игра? 99. Прощаю. А ты просто убеги к воде и в воду его выкини, все. Проще. И чтобы вода на сиськи. Что ты его тащить будешь еще 20 лет. Можно его на факел. Ну или на факел, да. А, кстати, его, по-моему, факел нельзя случайно в руки взять, чтобы его прям факелом. А, да, можно. Черенком отлил. Человек. Так, еще факел черен, больше черен, не горит, то горит черенок. Так. А черенок, кстати, я вот не помню, по-моему, можно от костра зажечь, что ли, что-то такое вроде было. Ну, вообще лучше палку взять, палка она такая, прям. Вот черенком ты не можешь затыкать, а палкой можно. А как выкинуть палку, я не помню. Можно ли это вообще сделать? Вроде бы можно как-то. Да, я уже там кидал палку. Вот эти вот копии, они прям топовые. Кстати, я вот не помню, их вроде можно метать, или это мне уже приснилось? Как копье прям от кого-нибудь. Да, можно. Спусы. На тебе приснилось. А почему Hell's Bar в форме Sega Dreamcast логотип? Еще один. Потому что это логотип не Sega Dreamcast, это вообще символ, который что-то обозначает. Это печать Наруто. Нет, это печать Наруто, это символ, который вообще имеет какой-то там. Так Наруто это хуйня, которая завитушка. Это. Ну, про. Не, ну эта хуйня с завитушкой, это вообще какой-то символ, типа свастики там или что-то, который просто все юзают кому-то. Да, воздух или что-нибудь такое, это вот. Не помню, что там. Нет, там что-то поле замудренное, но. Там у Дэби она тоже самый логотип. Интересно, в Австралии он под зеркалом? Нет, он вверх ногами. Да, ты не понял. Ай, ну и даже объяснять не хочу, пизда. Прованну, что ли? Причем есть Австралия? В Австралии туалетный смыв происходит против часовой стрелки. Пиздёшь, кстати. Это в Японии вроде так же. Нет, это вообще не зависит, блять, от страны. Это зависит от полушария, разумеется. Нет. Это миф, насколько я читал, что это... Позвони в Австралию, это узнаем, бля. Эта хуйня зависит, по-моему, больше от сливного отверстия. Производитель туалета, да. От параметров сливного отверстия, короче, скорее зависит, чем от... полушария, короче. Ну, я не буду говорить, что это 100%, но я читал, что это реально миф, и вроде его как-то размечали. Ну, можно перепроверить, конечно, еще кого-то. Позвони. Да, просто. Давай, звони. В Австралию. Как Барт Симпсон, давай. Да. Там паук такой, трубку поднимет какой-то огромный. Скажешь, меня зовут Шарлотта. Рандом номер в Австралии набираешься, но голос как холодный. А, слушай, а что такое северный полюс и южный полюс вообще в принципе с точки зрения физики? То есть, допустим, если там
Блять, не знаю, это можно на космической станции, например, воссоздать такую херню? Или, или это... как это работает? Сейчас подумаю. По идее... Есть, по идее, это просто магнитные полюса, правильно? А что такое магнитное? То есть это магнитное поле, которое что? Ну, допустим, мне кажется, нихуя отчасти нельзя там этого создать. Потому что, собственно говоря, нет полярности. Не, ну погоди, ну это просто магнитное поле. То есть фактически, если мы берем обычный магнит, то мы получаем те же самые силы. Так видишь, они-то заряженные, блядь. Кто? Ну, в смысле, ну, намагниченные, тот же магнит постепенно. Ну, да. Нет, но я имею в виду, что Земля — это, по сути, огромный магнит. Ну, типа того, да. Там единственное, что вот именно не работает, это, наверное, электромагнитная индукция, нихуя не работает. Поэтому у них все на постоянном токе. Я могу ошибаться, конечно, но вроде так. Сейчас бы Эхтыч пояснил бы вообще за всю форму. Ну, а к тому, что, в принципе, это на воду не должно вообще никаким раком влиять. Она же не это... Не... Не обладает магнитными свойствами, короче говоря. Она же не металл нихуя. Ну, там, примеси металла мы там не считаем, наверное. Это, мне кажется, вообще никакой роли не играет. Так, электрическая система. Ну, понятно, солнечная батарея, это же постоянный ток. Вот мне интересно, что у них там с переменным. В принципе, может быть переменная, точнее, так, не так. Не, погоди, при чем здесь ток? У тебя, чтобы ток возник в магнитном поле, тебе должен быть этот самый маховик, все дела, вот эта вся херня. Я про электромагнитную индукцию вообще хочу узнать, как это подъедет. This charnel house bore the unmistakable marks of Melkaya's clan. Погоди, а электромагнитная индукция, это что такое? Plummeted. If these ghouls проводник попадает so debased, в магнитное поле. Fledgling. Ну, так а какой там проводник, в смысле, еще здесь это как бы... То есть, грубо говоря, ты в космос можешь притащить магнит, но от этого как бы ни на Земле, ни... Электромагнитное поле, не магнитное. Электромагнитное поле попадает в проводник, пытается, и, естественно, электромагнитное поле пытается его вытолкнуть. Так, и? Ну, возникает электромагнитное поле. Не, я понял, окей. Не, погоди, в поле, нет, погоди, поле магнитное, не электромагнитное. Электромагнитное. Какое электромагнитное? Ты берешь... Электромагнитное, блядь. А, причем есть электромагнитное, то есть, что ты зацепился за электро, за это? У тебя, по идее, как там, ты берешь просто обычный магнит, ты берешь обычный проводник, начинаешь их туда-сюда мотылять, и у тебя возникает электромагнитная индукция. Ну, просто потому что, типа, это... Ну, ты можешь взять электромагнит, но это как бы частный случай уже получается. То есть в случае с Землей электромагнитного поля у тебя в принципе нету, потому что у тебя... Почему? Ну, потому что Земля не вырабатывает электричество. У нее просто два магнитных полюса, как бы, и все. Они просто... Да, чё это, молнии-то откуда шарахает? Думаешь, это не электромагнитное поле? Это... Я не уверен, что это электромагнитное поле. Там же просто тупо разность потенциалов, но там нету магнитов никаких. У тебя там же что-то типа просто накапливается заряд в разных этих облаках, и типа, когда оно сходится, оно ебашится, и когда в землю разрушается. Нет. Так, космический магнетизм. Я не понимаю, чем голоса ведут диалог. Голоса, скажите, о чем вы ведете диалог? Я веду вообще про магнитное поле Земли и что это такое вообще в целом. А так, кстати, в итоге подтвердили ты или нет, что у Земли ядро вообще существует? Че, в смысле? Ну, докопались до него кто-нибудь? Нет, там полость. Там, а как ты до него докопаешься? Ну, возьмешь и докопаешься лопатой. Ты че, блядь, яблочки?
Не, ну по-моему ядро подтверждено, но чтобы до него прям кто-то дорылся, нахуй кому это надо. Ворм, ты можешь говорить с голосами, как видишь, как слышишь, точнее даже. Алло, алло, прием, как слышно, нахуй. Солнечные панели. О, я чуть не блеванул, блядь. Ну и спирали, ёпты. О, бля, не... А, фу, не буду смотреть твой стрим больше. О, здравствуй, портал. Ага, третий уже. Тут еще эти порталы, блин, да, они тоже по тупорылому сделаны с этими значками. Хер просышь, какой значок означает, блин, запоминать надо что-то. Да, это запоминать. Вернее, это даже проще записывать, мне кажется, просто потому что, ну, потому что зеленый и понятный, это хаб самый первый, а вот остальные, наверное, запоминают. Я помню, тут еще какой-то портал можно тупо проебать, потому что ты мимо него пробегаешь, он там, как, он, типа, вход в, него, в эту комнату, он как бы в каком-то закутке небольшом, в который ты даже не суешься, если так просто идти. Вот, я помню, что-то бежал, думаю, где же, ёпта мать, портал-то, где же, что здесь все нету. И в итоге добежал до следующего портала, и только на нем тогда обнаружил, ну, когда в списке их листаешь, типа, они же по порядку идут. Вот, смотрю, такой, типа, что-то у меня портал один не открыт, думаю, где он? И только потом я что-то уже тоже бегал и нашел его. Ну, не сомневаюсь, что такое. Ну, это как бы там... Я получил следующий ранг, вот почему. Это не часто, это буквально какой-то один портал у меня так проебался, я помню. Он как совсем в каком-то неявном месте торчал. Ебать, блядь, кто, блядь, пришел-то? Все, я тебя хуями уже поблажил, ты не думай. Ты охуел? Блядь. Здорово. Слишком долго спал. Здорово. Хуями у меня там кровь, я, блядь, тут. У меня был бэк-трип, нахуй. По магазинам бегал. Да хули он, блин, на выходных это, в деревню ехал. Надо, блядь, одно второе купить, забрать заказ, типа, хуйню. Я, короче, заказал, блядь, 100 на плотнющих, блядь, мусорных мешков по 100 литров. Я думал, там будет маленький рулончик, нахуй. Мне пригнали, короче, здоровый рулон на метр, который, блядь... Не, ну если они на 100 литров, ты чё? Да, вот они весят 5 кило, я только посмотрел, думаю, я не знаю. Погорячился. Да, такие есть просто, я там, я сейчас помогаю, вот эту хуйню строю, материалы и так далее, там есть такое дерьмо. Ну, вот, а я как-то подумал... Ну мешки, сука, блять, мусорные, блять, ну хули там вообще-то, блять, ну там вообще. Не, блять, варю иди нахуй. Я еще не поел даже. Ну хоть не жаришь, блять, и то спасибо. Жарить, не-не-не. Жарить мешок мусорный. Любители, блядь. Это жарить, ну жарить, да. Да. Один кивич только не в холоде врубает. Да он, блядь, как обычно, уху не любит, блядь, рассольник. Ну уху я могу понять, я рыбу в целом так себе. Чурка ебаный. Не православный, да. Блядь, я вот теперь почувствовал себя дома, нахуй. Пердон. С мешками, что ли? Не-не-не, можно нахуй послать, одно второе сказать, блядь, никто не обидится, блядь. Кто нахуй? Бля, кто тебе сказал, сейчас забаню нахуй. Я тебя, блядь, забаню, я обратно приду нахуй. Я ж приду, блядь. Повторно нахуй. Напугал. Да, не возвращайся. Блядь, я ж тебе домой приду нахуй. Я хотел сказать, он просто придет, это если ты такой сидишь, тебе звонок в дверь такой, и стоп, потом лютый. Подъедет в бабаню нахуй. Ты, блядь, смотри, я до 3:30 работаю нахуй, так что я ж к тебе приду, блядь. Блядь, нихуя себе, блядь. А хули ты до 3:30-то вообще не охуел? Потому что я с 7 часов работаю, заебал. Блядь, до 9 батрачить надо все. Иди нахуй, вот ты батрач, блядь, просто глазик нахуй. Я как... Ну, Кевич долго все равно сидит. Ну вот, блядь. Чё там делаете? Сегодня Санька говорит мне, это, блядь, 200 человек, сука, сидит в здании. Нахуя? Чё ты там забыл? Кому ты печатаешь, блядь? Кто все эти люди? Да, блядь, баранам, которые как раз-таки вот, блядь, вышли на работу.
Блять, там они нахуй за два месяца накопили, блять, говна, а мне разгребают эту хуйню, блять. Все съебали по отпускам, блять, сука, сегодня распечатай некролог, блять, потому что умерла баба, распечатай, блять, кучу комплектухи, блять, всякой хуйни, думаю, пиздец. Так, что у вас там, кто сидит-то, ну, из ваших-то, все или вы тоже посменно? Я, да наш долбоёб, который, блядь... Который... Блядь. Который не начальник, а этот, блядь, дурачок со справками. Понятно. Блядь. Это пизда, нахуй. Он, блядь, как что-нибудь брякнет, так я просто сижу, блядь, и чиню свой шаблон, нахуй. Ты его изолентный синий. Блядь, черный увы, синий нету, блядь. Кого, блядь? Чего? Черный кого? Ксении? Изоленты, блядь, для починки. Просто боссу зашел, он захуярил, он такой пошел, я такой, блядь, не, погоди, он такой, вон, это окей. Шел нахуй, блин, босс. О, начинает. Здесь, по-моему. А, тут, по-моему, как раз надо это. А, выдвигать эти. Вы что там играете? Ну-ка расскажите. В Call of Duty? Во что? В Call of Duty. В какое, блядь? Да, Chicken Warfare. Блять, в Modern Warfare? Нет. Он винтовку выкинул нахуй сейчас. Нет, конечно. Я думал, вы там, блять, вообще скурвились к хуям собачьим, уже в колду играете. Нет. Так это, в этот, давай. Домой Medal of Honor играем. В полость, короче. Какую полость? Что, блядь, ты несешь нахуй? Выйди из дома, блядь, проверь мозги нахуй. Полом, говорю, становись. Я понял, что полом, но мне надо умереть обо что-то или что? А, нет, там есть кнопочка какая-то, которая тебя полом делает в любой момент. Господи, во что вы играете? А по-моему? Я не понимаю. Ну-ка, ты можешь угадать эту мелодию с трех двух вообще рвать? Ты чего вообще? Потерял хватку? Блядь, ну, играю сегодня за... Нет, полый, но не Dark Souls. Где еще? GTA 6. Сегодня... Там драйвер был, не надо. Сегодня, да, трендели, и в итоге ты все, короче, уже... У тебя магазины плохо на тебя влияют. Так, ща, погоди, я про... GTA 76, скип ту Ростов. Да, и палка застряла в воздухе. Ну, так, там... не, вы пиздоболили про Вурмс, это я понял. А! Стоп, Макс, ты играешь? Ага. А, ну и как оно? Хуйня, скажи, значит. Терпи его пока. Не, я сынок из Венчера 2 добиваю. Ты на этом, что ли, играешь, как он называется, на эмуляторе? Не, на ПК. ПК-версия. На ПК, блядь, ПК-версия. Она нахуй, блядь, работает, потому что я последний раз... Ну, с Гога, да, работает. А, с Гога. Потому что я играл в пиратский порт, блядь. Ну, точнее, как играл. Я ее поставил, короче, это, запускаю, у меня, блядь, фиолетовый экран, играет музыка, и видно чуть-чуть курсор, короче. Все, на этом моя игра кончилась. Нормально. Да, потом я уже играл на приставке, нахуй. Почему Соник превратился в драконье яйцо, блядь? Что потому это? Что Сайон. Мы собрали все 7 изумрудов хаоса, и это суперсилы. Где? Ни разу не было нигде. В смысле? Ты чё? Ни разу такого не было, и вот так... Игры это же, блядь, драгонбол, очевидно. Так, погоди, во втором Сонике можно супер с Соником точно ставить, в третьем можно. Да я вообще в целом говорю, блядь. Можно. Так-то, естественно, это амаш такой. 7 минут, шеф. 7 минут. Ой, блядь. Чё расскажете, интересно? Да вот Соник играем. Блядь. Ай, блядь. Соник я уже понял. Ой, чуть не упал. Форма сына на зоне убили. Да. Второго. Всё, хорошо, надо включить стрим, но я не думаю, что оно у меня включится, сука, параллельно. Хотя не знаю. Параллельно чему? Варки пельменей? Нет, да я... На планшете. Ой, бля, он его еще переворачивает. Нихуя. О, да, точно. О, блядь. Это охуенно. Я его помню. Оно пиздато. Ебись.
Я вас куб переворачиваю. Не переворачивать, я-то еще, блядь, знаешь, это, блядь, полбеды нахуй. Лучи по носу пускает. Ебать, левый контрол плюс Е, туфлип, нихуя себе. Это движение пальцев так называется, туфлип, блядь. Господи, нахуй. Блядь, стрим, давай ты не будешь у меня лагать, как ебаная сука. Игра в ФПС, говорит, давай ты. Будешь, да не, просто такое ощущение, что, блядь, сам стрим идет где-то 15, наверное, вот так. Ну а там реально вот такая она подерганная игра. Значит, хуёвый порт, блядь. А может у кого-то кривой захват? Да не, по-моему... Блядь, по-моему, она и на плойке так играется. Не-не-не-не-не. Я могу тебе потом для примеров. Да, не надо мне для примера, я играл на первой плойке, и, по-моему, такая же. Не-не-не-не. Там она гораздо плавнее. Хуй знает. Блять, я знаю, человек. Тебе надо было здесь в астрал кинуться и прыгнуть. Давай, короче, спылись. Что, блин, тут? Игра сам все без гайдов, короче. Просто я приду и все гайды буду тебе пересказывать. Вот там вот эти норочки, там вылезают чуваки. Арелай, ты мне лучше скажи, здесь карта есть или мне приснилось? Нет карты. Карта. А, знаешь, я ее гуглил, и она была херовая. Да, карты в первой части нет, а во второй вроде как бы тоже нет. Она... Я помню, что я гуглил карту первой части, находил, и она какая. Она, наверное, с диском шла, мне кажется, потому что там прям такая. Возможно, да, да. Там была пиздатая карта, но, ну, в смысле, красивая, но нихера не понятная при этом, потому что там все как бы в одной плоскости все было, и больше, знаешь, такое типа. Ну, с графеном, короче, типа, вот у нас тут красивый замок, там какая-то хуйня, там еще колонны. А, да-да-да. Ну, вот, блядь, карта, вот. как кажется, из всех частей была только в первом полудоме. Ну, здесь, мне кажется, та ситуация, когда реально проще запоминать, потому что по карте ориентироваться нереально. Поверь, здесь куча есть некоторые места, вот как раз-таки за вот этих коридоров, где ты тупо... Не сможешь, блядь. Просто не сможешь. Да, там все плохо, блядь. Так, я уже Максу сказал, что я тут какой-то первый из первых порталов, он то ли третий, то ли какой-то провафлил, когда играл, потому что просто он тупо где-то в каком-то закоулке находится, то есть ничего не... Здесь, да, здесь есть портал в закоулке, да. Если я увижу этот закоулок, я скажу, потому что на словах это объяснять это... Ну да, здесь вообще сложно что-то в словах. Ты играешь по игре просто, да, ты собираешь первый портал, второй портал, как все нормально. Потом в какой-то момент тебе встречается такой отрезок пути, где портала просто и нету, и нету, и нету, и нету. А потом ты находишь следующий портал, и оказывается, что ты какой-то пропустил. Есть такое, да. И ты такой, блядь, где он? Жалко, что он сквозь решетки не может в этой полной форме. Астрал. Как все равно, ничего в этой картинке, блядь, как много вам происходит. Барбар, что это за жесть? Это совершенная, блядь, форма жизни. Летающие морфилы. Совершенно убожество. Это саламандр, у которой жопа огромная, станция космическая даже. Да. Блядь. В Австралии, если у тебя фул, то ты можешь не всасывать, у тебя же не кончается. Мне непонятно, что тут вообще что-то ничего не изменяет. Так. Тебе надо не здесь. Тебе, короче, надо возвращаться назад, залезать наверх. Наверху тебе надо будет, короче... перекинуться в астрал, и у тебя одна из платформ, то ли левая, то ли правая, она у тебя опустится вниз. Так, вот, но, есть одно но. А, хотя нет. Как наверх залезть, есть одно но. Так пройди сквозь решетку-то, ебаный народ. А как он через в астрале, он не проходит? Он проходит в астрале прекрасно, иди к ней и встань, блять, ровно, вот прямо. А, да, тут есть эта залупа с кривым, да, управлением. Да, точно. Здесь именно вот
проблема с переходом, блядь, в решетках, это вот именно вот эту вот хрень, что ты должен стать... Представь, что ты пытаешься делать бэкстап в первом Dark Souls. Не надо переместиться в материал. Да у тебя задержка на стриме. А, блядь, ну я... Короче, надо прямо вот, да, воткнуться и прям идти вперед просто, идти, в... но воткнуться прям как-то правильно, по-моему, вот. Под прямым углом, что ли. Вроде не надо даже там кнопку нажимать. Там, просто... там прям, да, там ты идешь, и тебе надо упереться прям вот. Погоди, а разве это не обилка, которую ты приобретаешь со временем? Ну, сказал... вообще это обилка, да, от босса. Но я так понимаю, ты же ни одного босса не убил? Нет. Ну, он еще не умеет делать. Так что вот тут советчик. Хера сам не помнит. Ёва, блядь, ёва тебе. Так, ну, возвращайся в материал, сейчас будем разбираться. Вот, тогда ты напомни, погоди сам. А что тогда делают вот эти вот блестящие херни, которые ты собираешь? Если обилки падают с боссов, то вот эта херня, это же то, что ты собираешь? Алмазы какие-то. Ну, светящиеся. Как кусочки спирали, что ли, имеешь в виду? Чё-то типа, да, они просто хп добавляют? Да, они тебя обавляют вот эту поеботу, которую... Я видел, там вроде не спирали, там вернись, камни драгоценные. Ну там, там не камни, там типа как эти, блядь, гниз, короче, вот. Ну типа, да, блестящая хуйня, короче, она одна здесь. Да, слушай, короче, перемещайся в материалку, встань у решетки и разверни камеру, блядь, прям вот. А. Ну, чтобы все видеть. Потому что здесь именно загвоздка была в том, что... Так, стоп, а в яме куба нету? Куба не вижу. Вот у тебя куб в стене торчит, блядь. Напротив решетки куб у тебя в стенке справа. А, вот. Ну, он, по-моему, другим цветом. Он отличается по текстуре и по цвету. Иди его вытаскивай через всё, низ, да, пихай в слот. Ёбаный. Привыкай. Взялся за игру, привыкай, блядь. Хуёвый геймдизайн, детектор. Нет, охуенный геймдизайн, просто надо внимательно. Ну, на самом деле, на первой блоке, я не помню, что была какая-то игра, прям, блядь, что у тебя очевидно, вот, блядь, было что-то, прям, типа, такой охуенный геймдизайн. Блядь, как ни крути, блядь, везде были какие-то косяки, блядь, всякое-то такое. Не, ну, в Tomb Raider было получше, на мой вкус. Ой, да хуй его знает, я в Tomb Raider играл, у меня, блядь, глаза... Там все на ретинах завязано, понимаешь? Там, не, ну глаза там кровоточат, да, но... Там, понимаешь, там как бы понятные объекты, типа рычаг. То есть, ну типа... Не, ну, блядь, потому что они выпирают такие. Да. Хорошо, да. Блядь. А здесь как бы еще и дальность прорисовки такая себе, как бы... Нет, самое интересное, то, что здесь дальность прорисовки, она еще более-менее. Ты вот этот вот кубик можешь спокойно заметить с другого конца комнаты. То есть это не какой-то такой элемент, который у тебя вот как сейчас, да, в играх ты, блядь, встаешь, да, на холме, блядь, у тебя нихуя не видно, делаешь два шага вперед, хуя, как у тебя прорисовало. Не, в этом смысле да, но с этим графонием тебе нужно же еще различить, что это не просто кусок стены, а что он отличается, вот с этим уже проблемы бывают. Я могу сказать то, что в этой игре, как, ну вот как по моему ощущению, да, как бы, блядь, сколько я подобного халама переиграл, здесь, в принципе, текстурирование, ну, как бы, и цвет, да, ну, как бы, они, несмотря на то, что они, блядь, типа, там как-то очень слабо выделяются, в этом-то все, и, ну, как бы, весь замут на головоломке, блядь. Не, ну это да. Потому что у тебя потом будет потом место, по-моему, перед боссом, что ли, пауком. Там будет, короче, комната с кучей фресок, и тебе надо будет вот эти, блядь, кубики крутить. И некоторые кубы, они у тебя находятся в стенке. То есть, в принципе, они у тебя нормально выделены, и это надо быть слепым, чтобы ты хрянь не заметил. Не, ну это понятно, да. Не, ну, в принципе, текстурирование есть самое херовое, конечно, но, скажем так,
Понимаешь, одно дело, когда ты в комнате с головоломкой, ты понимаешь, что это головоломка. А когда ты просто вбегаешь в комнату, и ты не знаешь, что тебе нужно... Не, ну почему? У тебя слева от входа дырка для ебаного ящика, блядь. Не, дырка, да, но надо найти еще, блядь, ящик. А вот это уже, блядь, головоломка на твою зрительную внимательность, блядь. Не, это поиск просто, это не головоломка. Ну, я... Я без головоломки попробую развлечь нас. Не просто искать. Это как в ёбаных квестах, нет, когда... Нет, здесь надо крик, думать, ёб... что, например, как да, тебе его так надо перетащить, блядь. Ну, это, конечно, не прям как головоломка, но, блядь. Ну, да. Нет, ну... Я как был мелкий, я долго не хотел спускаться вниз из-за того, что у меня уже там этих, блядь, вампиров... Тоже штук 5, наверное. Не знаю, основной проеб геймдизайна здесь в том, что тебе здесь нет обучения как такового. Тебе, по сути, не объясняют, как взаимодействовать с предметами, что вот головоломки бывают такие, что... То есть, ну, как-то, типа... Я могу тебе сказать то, что это целая проблема всей серии. Я помню первый Blood Omen, блядь, я как его проходил, блядь, и я встрял на... В каком-то месте, я уже не помню, там в каком-то замке, мне надо было всего лишь пальнуть из... ну, короче, там то ли метнуть кинжал, то ли сюрикен, я уже не помню, короче. А я не знал, как это делать. Я перелопатил, блядь, все, что было в игре, короче, это даже нет тупо банального управления. Ну, то есть не показано, на какую кнопку что делать, блядь. Ну да, ты говоришь, какая-то платформа, пусть. Нет, тебе, короче, сейчас, вот ты залез наверх, тебе надо наверху переместиться в материальный мир. Ага. Вот, и потом уже прыгать на одну из платформ, потом подниматься обратно, чтобы с той платформы прыгнуть, которая у тебя поднимется. Вообще надо посмотреть мануалы, потому что вполне возможно в мануалах есть какие-то, ну, управление-то там всякое есть, но вот тут просто еще вот эти как бы механики именно тоже там через стены проходить или там кубы. А механиков там есть, да. Вот. То есть это основная проблема, потому что когда ты играешь без мануала, ты вообще не знаешь, что можно где-то там таскать кубы, ну там типа, ну, случайно уперся. Так, допустим, вот я об этом говорю, нихуя не изменил, блин. По-моему. Изучай. Нет. Не, ну ты можешь, наверное, до тех платформ допрыгнуть или что-то. Ну я пытался, вроде. А, вот до верхней смог запрыгнуть. Внезапно. Вот, да. Тебе здесь надо прям высчитывать, вот, блядь, чтобы ты попал вот прям туда, куда надо. Потому что здесь будет потом бой с водяным братом. Мелкая, блядь. Вот там ты настрадаешься, нахуй. Там платформинг такой пиздатый. Еще надо быть в него стрелять. Ну это так. Стрелять. Чаще осматривайся просто. Да, это... Не пропустишь ничего. Ты упал и... Еще эти хуйни летают где-то, хуй пойми, блин. В Австралии эти огоньки. Чё-то я смотрю в мире Соника, население Земли представляет себя белых и мусульман, блядь, какие-то. Да-да-да. Больше никого нет. Киану Ривз такой. Ой, это чё, всё, наконец-то, всё, окей. Заточен наконец-то второй Девинчер, блядь. Ты можешь встать, открыть рот, короче, и ждать, оно у тебя само потихоньку будет. Без ну, душ. Ну. Видимо, если рядом нету этой хуйни, ну, блядь, можно. А там не важно, там оно само потихоньку. До второго приходит. Пополняется. Ну долго, да. Я дал нахуй на кольцо. А чё Эггман с ними затесался, он же враг. Ну, а там все вышло нахуй из-под контроля, короче, мы все объединились. Блядь, как обычно, появился суперзло.
меня сегодня спаун снова скол вонял проходить Ninja Gaiden. И, блять, я согласен. Множество страданий всякого говна. Они с хомяком вместе склоняются почему-то. А хомяк-то где, кстати? Ну, он у себя стримит, да. Или иногда съебывает там куда-то на работу. Он один раз запустил случайно на гараж стрим, думал, что он к себе стримит. Ну, чувака зовут Бобби Вайт, осуждаем. Да, теперь... Тамоя о Тане. О Тане, о Хай. Она такая же крутая и синяя, как я, говорит. Блин, что-то это звучит неправильно как-то. Короче, ты любой алкаш, блин, может залезть наверх, переместиться в астрал, перепрыгнуть. Ну, как бы, то, какое тебе надо, и чё? А, нам больше не поднимет. Ну да, там всё крайне. То вдруг там эти весы какие-нибудь приземлился, ушел. Я ебать, это motion capture, оказывается, использовался. Где? Ну, наш бог, как мусульмана изображать правильно. А, ну да. Чисто одного мусульмана позвали. Зачем больше? Он показал им, как намаз делать. Наказ. Наказ. Звали его, наверное, как-то Шамы. Салями алейхи. Да. Даже не надо пускать. Иншаллах. Так. Теперь. Ну это весы, да. Я на одну прыгаю, вторая поднимается. В чем прикол? Ну ты залезаешь. Я в вокале, короче, ты не весишь нихуя, поэтому... А, то есть у меня вес тут еще рассчитывается. Здесь не вес. В астрале просто ты не можешь взаимодействовать с физическими предметами, да. Ты ж душа, типа. Но это все равно тонкости, как бы Луис сказал, поэтому... Пояснять надо такое, что это... Ну да. Я понимаю, что я предметы не могу брать, что такое, но то, что я вес не имею. Я тебе поясню. Может, там в мануале реально это как-то расписывалось. Так, хвататься-то он умеет, ух. Ладно, надеюсь. Кейм упал. Может, она стала какой-то изъёбистой, её надо... Когда уже туда залезла, астрал. Сколько тонкостей, блядь. Давайте сцены после титров, хули. Новый день, новые приключения. Не надо! Новый питание. На пока отдыхайте, герои. Rest our heroes, отвали от наших героев. Патроновый медовый горчичный соус, хлопенье, вкусный. Перепрыгнул, наконец-то, залило. Я хочу крикнуть Максу, дай геймпад. Я знаю, что ты... И он тебе это уебывает по клавиатуре и поебал, потому что на ПК играет. Про это я забыл. Так, ну все, получается, все. Я прошел, все, адвенчер, нахуй, иди. Ну да, так, оно вопрос, потихонечку прибавляет. Ты реально долго, да. Вопрос, что я буду делать дальше. Ну, я пока на перекус скажу. Слупик! Пасть раскрыл, сидит планктон. Кто там сыт? Я... Блять. Я заливал тарелочку. Заливал тарелочку. Зачем ты заливал тарелочку? Чтобы за завтра помыть, блять. За завтра? Зажручал сок сколько. Блять. Ладно, чек. Блин, мне вот это нравится, когда я нажимаю Enter в меню, чтобы сделать, ну, как бы принять. Он, блядь, когда выходит из меню, он сразу переключается в меню этого, когда на Enter способности. Потому что на этом, как
это называется, на, ну, на Соньке у тебя менюшка на старт, а вызов вот этого кругового на серию. А тут они, походу, совместили, да? Ну, тут можно ее поменять, конечно. Никто не запрещает. Так, я вижу, блядь, разъем. Ящики, блядь. Из этого лока сейчас вот комната, это прям какой-то второй квейк, я не знаю. Она мне еще турок напоминает, графика, как он, дизайном. А, тут тебе, наверное, нужно это, ящик с ящика скинуть, типа того. А. Типа два ящика. Да, ты можешь его подтолкнуть, и все. Там ты нажимаешь, по-моему, один раз, ну, как бы на этот, на захват, то он его толкает. Да, он делает. И на этот, на верхний, ну, залезть на рядом который. Типа ты так не сможешь, а это. Блять, факел. А, столкнул? Я просто не помню, здесь там какая-то хрень была с ящик. Она тут и осталась. Хрен с ящиком. Самое уебанское, я помню, в управлении это было их, ну, как бы их крутить, блять. Ну, когда ты поднимаешь по типа, ступенькам. Ну, когда тебе надо его перевернуть там определенным, это называется, определенной стороной. Тут постоянно писил, он в него там это упирается, стоит, там что-нибудь делает, но, блядь, не переворачивает. Так. Ой. А, вот, да, вот, видимо, я сейчас не той стороной его ставил, блядь. Видимо, я тоже должен. Да, да, да. По фэншую, блядь. Так у тебя же там на стенке у этого указано. Как тебе вставлять прям в самом хайоме. Ну, кстати, тоже вот это, блядь, нихуя непонятная подсказка, в смысле, я вот даже сейчас не вспомню, типа, надо рисунком к рисунку как бы это сложить, или... Рисунком к рисунку надо сложить. Или, ну, так, чтобы, ну, или чтобы рисунок торчал как бы на тебя, как бы, вот в чем. Нет, рисунок должен быть к рисунку, но видишь, у тебя из-за того, что здесь с двух сторон рисунок есть, ты можешь, блядь, вот так, хоть так. Ну, да. И тут все логично вполне, на самом деле. Я сегодня наконец-то прошел игру, на которую я потратил 1586 часов, блядь. Дигимон, блядь! Это пизда, нахуй. Там две сюжетные кампании. Я пока, блядь, все побочки не закрыл, я не успокоился. Да, это жестко. Все, пиздуйте к боссу. Че, уже босс? Сейчас будет, да, первый. Прям вот уже близко просто. Ну, сперва еще один блядский ящик. Так, вот я вижу, он, видишь, это алмаз же вроде. Да это какая-то волшебная херня.
Это не алмаз, это, блядь, кусочек глифа. А глиф это камешек. Ну ты туда сейчас не пройдешь, потому что тебе там явно корабль на стене надо. Не, ну чисто в теории ты можешь попробовать перекинуться в астрал и посмотреть, как оно изогнется. Да не, не, ну явно там стена с карабкнем, поэтому. Ну да, она есть как бы, но вот мне интересно. Да нихуя не поменяется, скорее. Это наёбка. Ну ладно, хорошо, хорошо. О, это охуенно. Здесь, кстати, портал есть слева, по-моему. Ну я вроде его открывал. Да, я его открывал. Пришел оттуда. Там сквозная прям. Ну да, там. Так, тебе получается надо... А! Это для того, чтобы у тебя была сокращалка, короче, тебе надо один на другой поставить. Насколько я помню. Я могу ошибаться, так что. Почему три внимательно? А! Да. Тебе наверх, по-моему, здесь наверх надо залезть, да, вот видишь? Тебе надо. Как он называется? Поставить, да, ящик один на другой, посмотреть. Пошрудить ебалом, короче, по окрестностям. Я не помню просто, куда там дальше часы. Версия про шорткат, наверное, более. Логично. Больше. Ну, блядь, ящики, тут ящики с этой площадки просто больше никуда не утащишь, блядь, ну тут что-то нет. Где-то тут. А New Super Mario. Блять, кстати, я, короче, купил, ну, на Switch этот Dragon's Dogma. А-а-а. И я охуел от того, насколько оптимизирована игра, блядь. Ну, она, наверное, пока была пиздата оптимизирована. Я прям охуел. Ни лагов, ничего нету, нету, блядь. Только там, ну, как бы, в одном из CGI-роликов это было из-за того, что там, типа, дохуя там всплесков воды, короче, щепочек было. Но это, знаешь, это один раз там за 2 часа. Ну, там всего один ролик, по-моему, толкнуто. Ну, да, блядь. И все. Блять, а сама игра идет прям охуенчик. И я удивился. Ну слушай, так эта игра, она на третьей плойке была еще, то есть она. Перейди в астрал, по-моему, у тебя должна быть. Должна из каких-то платформ. Все, я увидел. Проем. Там, да, там. Ой, блять, ну. Вот этот меня больше реверс пока напрягает. Че тебя напрягает? Реверс толкание, то есть что вперед толкать надо, влево его пихать, на вот это вот. Кнопки меняют. Так ты расположи нормально камеру. Да. Ну, в астрал тебе в любом случае кидаться из-за того, что у тебя уже щепей нет. Ну да. Так что, блядь. На улице такая жара. Я ебал. Ну, Макс, тебе этой игры, блядь, надолго хватит. Спасибо тебе. А если ты еще решишься взять второе Soul River, там еще. Ну, я планирую. А потом еще Defense еще есть. Ну я Бладом еще второй пройду. Я, собственно, ради него все это затевал. Слушай, Бладом второй. Ты почему первый это осилил? Первый он больше такой, он какой-то странный. На hack and slash похож какой-то. Ну да, это обычный типа. The Dungeon Crawler, блин. Больше похож. Bloodborne 2, я не помню, на пикарне уже он был, да? Да, был. Да, был. Я его проходил, да, на ПК. Вся серия на ПК была.
блять. Был пиздатый порт, но это... Заметь, у тебя там внизу есть глиф. Запомни это место. Йод, пизда. Внизу глиф, это о чем? Камешек спиральный. Про здоровье когда... или про чё? В озере. А, в озере? А чё он? Да. Ну, когда получишь это один перемещение, ну, как бы, отчёточками. А, вон, вижу, да. Сможешь его взять. Так, там была пика. Да, Блазер заметил, но что-то у меня он не зафурычил, поэтому я заэмулировал. Здравствуй, Блазер. Здрасте всем там, кто. То, блядь, в гаражном чате чуть никого нет. Да, это у меня. Да я понял, что у тебя. Я привод есть в новом модах, а, окей. Просто смотрю тут. Никого. Здоровище релагивает. Нинтендо. Да. Нинтендо заебись. Нинтендо хорошо, плохо. Мне нравится больше, как там переделали это. Супер Нинтендо плохо. Водка хорошо. Такой. Боку на пику. Ох, ебать, въебало линию пельмешек, аж, блядь, зафурычило в кишечнике. Кого, не послышалось, оленях пельмешек? Ну, из оленины, блядь. Нихуя ты мажу, блядь. Не, они, а это, а у... Лазера сонов нет, да? Встань в свет, они к тебе подходить не могут. Да это не проблема у них. И ты еще легкий. Не, ну. Это тоже механика игры. Ну я знаю, я одного заманивал уже в начале. А, там, да. Там тренировка что-то была. Пельмешек с рожками, чтобы прочищать. Так, кишки, вот, ладно. Судя по обстановке, это прям охуительная комната, уже можно начинать радоваться. О, да, ты можешь. Начинать потихонечку страдать в мыслях. А нахуй ты кинул, как бы. Так, я куда-то спустился. Я надеюсь, ты первого после затащишь. Куда он денется? Босс? Хуй, не, босс там легкий на самом деле. Там надо два или три. Я до второго или до третьего доходил. До паука доходишь? Нет, по-моему, для жирного какого-то урода на слизни похожего там. Он второй, что ли, третий брат. Нет, стоп, у тебя получается первые это решетки, короче, это сифон вроде. Потом Кайн, потом паук. Потом человек. Потом свин. Человеков тут. Человеков, кстати, здесь самая интересная штука, то, что ты можешь людей не убивать, и потом они тебя не будут трогать. А-а-а. Вот это ну, вот я как узнал. Они меня залупают, поэтому... Глазист, это hat and time. Не доставай из него копье, а то он встанет. Людей не трогай! Да ладно, я уж убивал их до этого. Жизнь, как будто ты сказала. Блять. Да ладно. Нехороший ты человек. Да, я ж, блять, Дракула, ёбан. Нет, ты не Дракула, блять, уех. Кого сажать, блять? О, это охуенно круто, да, это я помню. Так. К ним надо еще одну.
Там, по-моему, еще два рычага из меня. Тогда приведется в действие механизм, и ты, по-моему, сможешь что-то сделать. Вау. Но вот я ж не буду спойлерить, блять, игру нахуй. Ты что, в шляпу во времени начала? Ага. Выглядит она приятно, конечно. Ну да. Да, она играется очень приятно, на самом деле удивлен. А что вы там играете? Да я в Hat and Time. В готику забросился. Да блин, пока сейчас готику запускать не хочу, не. Завтра, скорее всего, продолжу ее. Котика. Мне всегда нравилось, как, блядь, он, сука, открывает дверь. Вот эту, блядь, просто я на тебя навалюсь! Бах. Все, блин, где-то, блядь, я немножко погромче сделал, то человека голос клёвый. Но в Hat and Time тот чувак за окном моего космического корабля. Жри скорей. Блять, я что-то забываю, что это ебная задержка. Ага. Смотри на Твиче. На Твиче? Ну там задержка, она прям совсем маленькая. Ну давай. Да, хоть это я отругаляю его. Отсутствие фильтров, это, конечно, да. С консоли все-таки картинка приятненькая, да? Ну, я бы не сказал, блядь, это с каких фильтров тебе не хватает? Какие фильтры ты на консоли нашел, вот вопрос. Ну, эти, блядь. Как... Если играть на первой плойке, вот просто нативно, там, блядь, о, графони туда. Сглаживание, да. Забудьте, пиксели, ух. Ну, не знаю. Она выглядит гораздо лучше на плойке, чем... Шот, мне кажется, ты давно очень играл на оригинальном железе. Блять, я не так давно о нем играл, но... Так, не надо, блядь, пиздеть. Иди уже к тумане. А, я помню. Да, точно. О, да. Время тягать и кучи свечки. Свечки? Да. Опустись вниз, и там увидишь свечки. Время тягучи-мучи. Типа под весом свечки. А, нет. Коробки выглядит. Да там, да, там сначала типа коробки, потом свечки, что ли. Или это, блядь, в другом похоже есть уже. Ну, короче, суть ты понял. То есть нужно обвалить к хуям этот лифт. Нравится, что он, блядь, сам поворачивает. Прощай.
кстати, в лазере не заметил. Это я сломал это фонтан или он был сломан? Где ультраносили венок? А, он был сломан, ну все, слава богу. Так, мы этот ящик видим просто путь наверх. Нахуй не нужен, по сути. О, электропылесос тут. Да, забавно, потому что игра вышла в одно и то же время, считай, что в Одиссее. Тебе надо спускаться вниз. У меня внизу вроде все. Так, тебе получается надо... Какие-то пазы в этой хуйне. Интересно. Типа такие. Блять, просто из-за того, что из этой одежды, я, блядь, не понимаю, где ты в данный момент находишься. Нет, нет, колонны пиздить смысла нет, потому что это... Как он называется? На них лифт что-то держится. Потому что внизу-то только вот этот проход, который, видимо, после... Ну, вот, вот иди в тот проход, там... Закрыт. Нет, иди, иди. Иди по кишке. Не бойся, отдых. Так, вот. Здесь надо посмотреть внимательно. Тут просто ага. Тебе, короче, это надо обрушить лифт вот чуть ниже. А, блять, эти, надо двинь свечки на распорке. Точно. Я забыл. Да, наверное, стоит рассказать, как вырубь в прыжке на яшке. А, окей. Крыть нужно копать, что ли? Потом тебе эти штуки надо поставить. Что поставить? Ну, свою... В эти все ящики. На лифт. Store стартовали при заказе Medium and Serious. Блазер получил ранг. Ой, я Блазер. Это ранг? Да. Теперь свечи на него, что ли, загоняют? Прямо на вот там, где вот эти квадраты у тебя. Ага. Вот, вот туда прям ставить. Упирай в ближний угол. Пора отвечать.
якобы сказать, что ты хочешь, но останавливаешься. Ёбаный негр. Чё, к тебе стучаться? Нет, просто, блядь, как почитаешь новости, столько везде ёбаный негр, нахуй. Где, блядь, питерская жизнь, мотор? Нефти, кажется, измазался. Ты? Смотри, что блядь. Измазал? Сейчас, нахуй, твой канал забанен, блядь, за российские высказывания. А гараж, типа, не забанят. Гаражу похуй, они новый сделали. Вообще, я не могу зарегать новый канал, что ли? Кто его смотрит? А, ну да, кто смотрит? Никто не смотрит. Негры меня не смотрят, все хорошо. Да, блядь, вдруг какой-нибудь поехавший СЖВшник тебе сейчас накидает рекорд, что я буду кричать. А, блядь, пойдем. Нас следом поймал. Блядь, я негра поймал. Маслида одно и то же. Оливку, блядь, не маслину, а оливку. Не, оливка зеленая, маслина черная. Да? Ну, сука, ладно, маслина, хорошо. То есть маслина это такой эвфемизм для негров? Новый. Нельзя. Про маслины в принципе нельзя говорить. Может, они черные. Не, дам ты можно, кого-то там нельзя. Это афроамериканский маслин. Афроамериканская маслина. Но как это черная оливка, дырва? Сука. Не, все правильно, маслина. Оливка зеленая. Да? Нет, стоп, ну получается афроамериканская оливка, все нормально. Да. Ну, в смысле, маслина это афроамериканская оливка, все верно. Да. Вы меня запутали просто. Маслина lives matter, блядь. Да, да, да. А как маслина по-английски? Я не помню, кстати. Олив? Блядь, нет, олив. Как ни странно, но нет. Блэк олив, блядь. Ну да. Афроамерикан олив. Во, 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 во. Вот сейчас первый босс, блядь. А вот, по-моему, до него я и доходил. Ну, судя по всему, да. Там все, я помню. Внимательно посмотри вот эту кварту. Теперь поджой. Короче, ебись. Если, блядь, show yourself, creature. Я тебе расскажу. Даня, но он более-менее очевиден. Там не очевидно, да, вот просто влетать в эту комнату. Yes, brother. You should have stayed where the master sent you, Raziel. You will find Morda, less pleasant than да, you remember. What has become of my clan? Answer me, little brother, or I will beat an answer from your horrid lips. На орбите от чего? Everyone is afraid of me. You are wasted your world here. These times of change are so cold. Он ко мне на столике недавно приходил. Ты дорог. На орбите Челябинска, говорит. Город стал таким жирным, за море заплеваться. Твоя орбита появилась, хотел сказать. Enough riddles. What are you saying? You are the last to die. No! Ты чё? А. Так. Нахуй. Elder Scrolls Online. Да, ну да, я вижу, что он может через эти атаки. Да, тебе надо его заманить в корпус. Верти жопы. И говори, верти жинки. Или как там? А, тебе надо кутануть вот этот рычаг, который там у тебя сейчас. Ай! Прямочка. Нихуя сел. Не убил меня один. А зачем ты уперся в рычаг с другой стороны? Да не, он просто ебанский работает. Лазар, почему тут музыка такая сейчас играет, как будто я сейчас для приманишин играю?
О, я хотел, блядь, Deadly Premonition поиграть, ну прикольно. Чё на её висит, ну, там пиздецовую там я знаю, это... Короче, загоняй его в центр, камбуз, в центре, крутил эту хуйню. Не, я понимаю, я на ней вешу, он не крутит. Короче, смотри, тебе надо попасть в ту комнату, откуда ты пришел. Грубо говоря, запрыгиваешь наверх слева от решетки, там должен быть рычаг, я насколько помню. Вот. Ты, короче, его задерживаешь, ждешь, пока этот петух зайдет в проход, и отпускаешь. Ну да, Блазер согласен. Там просто говорит, потому что она рассчитана, чтобы напугать взрослых людей. Или не для этого делали, да для приманища. Эй, Зак, мы едем ебаться. Блять, там вообще выходит скоро вторая часть, и мне интересно, чего второй. Ну как скоро, я хуй знает, конечно. Ну, у нас она, ну, на свече в плане, она выходит когда. Не знаю. Кто вторая? Да для приманища. По-моему, это, она эту осень. А, ну окей. Что я хочу взять, она первая, там сейчас часть, она вообще по дешевке продается, штуку что ли стоит, что-то такое. Да я ее Морган, скачать на PS3. Блять, извините, у меня PlayStation 3. Ну окей, в Steam она есть. В Steam? У меня, да, куплена там даже. А-а-а. Но она на ПК всратая. Да на ПК, блядь, все порты всраты. Ну не все. Ну, но многие, да. Да, там, блядь, то... Да и на PS3 по-хорошему там это... Именно в плане оптимизации всратые это порты. А, я играл просто на... Блядь, это шарик даже. На коробке она хорошая, там нормально вода даже выглядит. Там освещение нормальное, там деревья нормально выглядят, а не на как на PS3 и на ПК, там срато все. Она вроде изначально под бокс пилилась. Так, вам привет, Джо. Привет, жена. И привет. Я не знаю просто, как ее зовут, поэтому буду обращаться к ней, жена. Орлая. Кивич там где, блядь, пропал нам? В смысле? Я только что сказал привет жене, а, ты чё? Да ты, блядь, вообще нихуя не слышит уже. Да, мне всё говорят, что я тоже, тоже мертвый, блядь, Морган. Давай. Если говорят, что я дед, ты мёртвый? You're dead, подходит, куда я дед? Нет, типа, много бухчу. Сейчас, блин, я но... хуею, если когда умру, перед моими глазами появится надпись просто «You died», и все заново начнется. Блять. Сначала «Лол, you died», там будет еще песня, это из Боша играть. Да-да-да. Спасибо, я не надо, блядь. Надо. Так, какой бы мне квест начать выполнять, сука? А, выполнять, я думал, поиграть. Нет, а я играть-то играю, я пытаюсь. Ой, я в ладушки с мафиозником сыграл. Ой, ну ебал мне, что за Джо-Джо, блин? Нормально же играли, ты чё? Он мне взял в душу, въебал. Не, реально, я тупляю, как будто залупил. Добро пожаловать. Да я тебе говорю, откуда ты пришел? Слева от решетки там есть типа окошечко. Какой есть? Я тут две решетки. Ну посмотри внимательно, за вон, ты пробежал. Куда ты побежал, блядь? Обратно нахуй, слева, вон левее, блядь. Сука. Вот дай мне гипад, блядь. Какой ты снег клавиатуру, блядь. Короче, там... Блазер мне его пока не того нет, вот, да. Там слева или справа от этой жестки высоко есть окошко. А, ты в него надо... можешь это. Да, тебе я надо. Я его видел, да. Вот, ты внутри, короче, заходишь, открываешь эту решеточку, заманиваешь его туда и опускаешь эти. Да. Эту хуйню, блядь. Блять. Извините. А потом эта хуйня активируется, ты просто
кидаешь, блядь. Окей. Заманиваешь и ебёшь, короче. А. Ай. Я понял, что тебя уже ебут. Ну да. Ты у меня Супермен 64, на. Так, ладно. Через нахуйные кольца летаем. Да, слава богу, колец не было. Да, вот, теперь вижу. Появился косыль. Ну вот. Первая билка. Так, ладушки, ладушки. Надо пойти ограбить несколько магазинов. Без купона. Провинции. А, чё? Без купона ограбить. Да не, я играю. Where can I find Kane? Elder Scrolls Online. И, короче, ветка за гильдию воров. Там есть ежедневки. Ты прокрадываешься там, в какой-нибудь, не знаю, там, в какую-нибудь пещеру, тебе надо пиздить там определенные эти. И есть типа обычные миссии. Там, тебя покрасить там богатый. Там, город, неожиданно, Гура, не ожидал, что я пройду Соника за 2.5 часа, да? Там, ну, последние 3 миссии. Ненавижу Соника, блядь. Фейерверк. Блин, у меня тут как раз стоят люди с бочками динамита, ты удачно это сказал. Хэппин тайм. Но мне Блазер ее подарил как-то и реквестил, и я все никак не добирался чего-то. You have done well, Razier. Сотвор фор мафия. Блин, господи. Так, я смотрю, направляет и мафия там, Ритузы. How are you detecting, bitch? Даже Game Grumps шутили про это русского. Really? Блин. Значит, очевидно очень. Донки Конг, он кидается бочками. Гуру забросил тоже Game Grumps, похоже, да? Фак. Чё ж, блядь, так? А я не могу. Так, мне способность не надо как-то убирать там. Нет, она у тебя активируется автоматически. Ты просто подходишь к решетке, зажимаешь и проходишь. Зажимаешь мир вперед. Так, сейчас я, у меня тут опять, походу, с рангами ебала машина. Буза, блядь, в каждую решетку ебаться. Попробуй поставить камеру прям, чтобы перпендикулярно, потому что я помню, что там какая-то вот... Ты переходить можешь только в астрале. Разве? Да. Я там, небось, создал просто лоно, блин. Да, так, мне нужно что еще жертвовать. Блин, он Рили что-то взял это. Ну, блять, ну как ты меня, сука, ёбаный петушар. Не точно обратно. Так. А тут сложность выбирать можно было разве, Гуру? Говно. Говно. Так, Гуру, проходящий все игры, опять проебался. Спрашивать, на какой сложности я играю в Hat and Time, а тут нету выбора сложности. Так,
на ультранасилии играю. Видишь, я зонтиком бегаю. И в цилиндре. Не бреет, может она грузинка, может, блять, там у очень много есть. У нее блондинистые волосы. Может накрашены. Return to the sanctuary of the clans, Razia. Melkaya's soul has endowed you with the means to gain entry. Я покрасил твою усы. Beware, however, this hollow derelict is abandoned. Блин, меня зовут Мусташ Герл. Мусташ. Не мустыш, а мусташ. На французский манер? Да. Ну это и канадский, и французский, потому что в Канаде же нахуя французский. Так, чё ты мне, Сань, предлагаешь сразу в это водоем, что ли, сказать? Ну вообще ты можешь, да, сгонять в водоем и взять сразу, даже нет. Как говорится, с опаской на манкене. These artifacts enhance your stamina, enabling you to prolong your material manifestation. Gather time to complete the emblem, and thereby augment your strength. Мы следим за тобой, ничтожество. Да я, блядь, ползу в море и пытаюсь выйти из города, потому что мне висит штраф, короче. Все, следственно. А, ты в море? Ну нет, там есть просто в онлайне, это, там есть, короче, Вардемфелл, короче, это тот остров, который был в море. А, ты в онлайн, да, играть? Да. Тесу, да. У меня на PS4 там есть, блин, но я ебал держать его постоянно на своей консоли, он 100 с лишним гигов там есть. На пока не пусть так же. Ну, собственно, и на коробке так же. А ты на коробке гоняешь, да? Ах, господи, я сейчас подумал, она его зарезала осколком стекла, а это галстук нарисован. Охуеть. Я еще пока не могу, поэтому хуй знает, зачем я тут вас брал. Ну а все, фигура Нудбера. Ящер. Ты бы туда. Та-да-та-та. Мы несем кота. Ну-ка, Блайзер, расскажи-ка, что тебе интересно. Извини, я не могу читать чат, но, блядь, я знаю, я знать не расскажу. Иди сюда, бля. Ну, а ты эти... Ты чей хуешь? Ага. Блядь, они меня бесили постоянно. Да, бегают. Да хуй с ним бегают, у меня в силу постоянно, потому что они, блядь, толпой, они там на тонаке идут, начинается. А, дрочка нахуй. Бля, за телек только сел в игре, ты такая дрочка. Врубай гей-порн. Не-не-не-не-не. Это просто комикс вот этот забавный был, где старик там вот стоит к нему, это пацан мелкий подходит, деда, а что это такое? Это он говорит, вставай, включай, там сейчас будем смотреть самое охуительное, типа там. Гей-порно, блядь, на планете. Там он подходил, деда, а что это такое, Dota 2 показывает? Ну-ка давай, врубай, сейчас будет гей-порно.
закончил вуз, не нашел работу, потею все, лето от погоды, без биографии Эва. Ага, ой, понял. Ну с работы сейчас пиздец, жопа. В плане найти ее, если ты без работы. Что же? О, вода лучше, чем воды приманишет. Да он с мафией. А, ну ладно тогда. Эльбразер. Бля, это, кстати, его же японцы Бразер называют. У меня снова блэкфейс. Блин, театр летит того, на входе надпись Go away, please. Пожалуйста. Я шел выкивать до пиздец. Бля, а тут можно в казино погонять? Ебаная падла. Да. Таракаша. И кто плязнул? Еще удивлен, что четвертый Unreal Engine, который не блестит, пиздец. Молодцы, сделали хорошо. Что там блестит? Там мультяшный капот. Ну я про это и говорю, то что в любом случае Unreal Engine, он пиздецовый всегда, это блестящий. Да, это, блядь, как характерный глянец. Ну да. Вот движка его. Там очень это, я просто сам с Unreal 4 имел дело, там пиздец заморочиться на самом деле нужно с нодами, чтобы сделать нормальную текстуру, это чтобы она не блестела. Вот Unity я еще не особо полапал, но недавно его скачал себе. Котя! Готовящий кот, нахуй. Блять, ты случайно там не в этот играешь? Monster Hunter? Я же говорю, в Hat and Time я играю. Я не знаю, что за Hat and Time какой-то. Ну это как Mario Odyssey. Шляпа во времени. Угу. Ну это такой, блин, ну не знаю, адвенчур что ли это назвать, плюс платформер. Наверное, так как-то. Это почти Monster Hunter, только легче гор. Ну да, я прям сходство сразу. Лол, блядь. Это Dark Souls, блин, от мира Марио, если хотите. На кончиках пальцев, блин. На кончиках. А, и каждый миллиметр сделан вручную. Простите, перебил. Кого? Анча. Говори. Крыхнул огнеметчик, ёбан. Ты, блядь, не трогай их, а. Тебе же легче потом будет жить, блядь. Да я не трогаю, а вот сейчас мир пробежал.
Трогай гору пишет. Бля, а у них даже это, медведи что ли, или это обезьяны, я не могу понять. Да тут стоят статуи, похуй, не могу понять, это обезьяны или медведи ебаные. А, это мафиозники так выглядят. О, в слоты можно поиграть. А, не, нельзя, что там? А, мне бабло обменять надо еще. The human citadel, its towering walls and deep moats engineered to keep Nosgoth's vampire plague. И что мне тут мимо всех людей в этот стадель? Да, надо тебе просто пройти плохо, никого нету. Все. Though the city was well fortified against vampires, its human architects hadn't considered a breach by a creature. Да, там тебе могут насовать в жопу или поджарить. Это мелочи. Странно, что Саня говорит не убивать людей. Ну, блядь, я так по натуре добрый, просто не очень люблю. Людей люблю. Но в этой игре они. Ты ведь добрый, не злодей, но должен топить людей. Не детская сказка. Немецкая? Не детская сказка. Ах, не детская. Немецкая сказка. Ну тут вот обычные люди, которые беззащитные, да. Просто по лору, короче, Little Dayton. Типа как скот. То есть их там истребляют нахуй. Ну они хорошо передали атмосферу на самом деле этого. Блять, огнеметчиков я, наверное, буду пить, потому что они гандоны. У них, по-моему, паузы вообще нет у меня будет. Не трогай пацанов, бля. Мне кажется, ты меня наебаешь, ты хочешь, чтобы мне же наоборот жизнь сложнее показалась. Нет, я тебя не наебаю. Вот нет, чтобы Светочку петь, блин. Литл, у тебя есть Switch, например? Надонать мне на Switch, мне будет Switch. Блять. Иди, бери кредит, на. Не хочу, я отъебал кредиты. Это ты сейчас так говоришь. Не, кап по нолям, это, ну, потому что, ну... Да, блин, ради Твича, блин, брать кредит нахуй. Не, я... У меня самое интересное, у меня на все остальное хватает денег, но вот именно на Свитч я никак не мог себе выделить, блядь, бабки, потому что надо купить, там, шмотки ребенку, надо заплатить за одно, заплатить за второе. И в итоге я уже в феврале думал, блядь, дай пойти в это возьму Switch, блядь, взял, считай там, по две штуки в месяц это отдаешь, то все, без процентов, что радует. Предпочитай просто сразу расплатиться всегда. Я тоже, но, блядь, когда у тебя семья, это далеко не всегда получается, потому что ты находишь, блядь, точнее, жена с ребенком тебе находит кучу, блядь, предметов, которые надо обязательно купить, блядь. Ну да. Не, ну ребенка-то это понятное дело. Ну вот. Так что все так просто. По крайней мере, вот, блядь, если вот что-то ломается, да. Спасибо, допустим, блядь, в этом, как он называется, какой-нибудь видео пошел там, блядь, купил за это нулевую эту рассрочку, там холодильник или что-нибудь, он как сломается вдруг внезапно. Да, это понятно все дело, разные ситуации бывают. Ну, главное, как там с денежной ситуацией, ну, еще страшнее. Да, потому что ты получаешь ЗП, да, получаешь премию, ты ее рассчитываешь, ты планируешь купить, а это одно, второе, третье,
по-моему, хуяк у тебя ломается там плита или машинка, и пизда на. Ты хуй знает, где взять бабки, блядь, сразу. Блин, Марио Мейкера вот тоже второй погонял, но именно на свече не на эмуле, потому что у него комьюнити нет доступа. А там главная фишка — это комьюнити уровни. Это да, это ты прав, блядь. Поэтому вот. Просто это я помню, я говорил это, что вот хочу поиграть это в Марио Мейкера, это или то, говорит, да на эмуле включать. Нет, да и цены на свече я ебу. А я скидки редко тогда бывает. Да это ладно, блядь. Ну, на игры от самой Nintendo да, скидки редкие, а на все остальное очень часто. Я вот, блядь, мониторю, это вот прям реально. Куча игр, блядь, там по несколько раз в месяц появляются. На эмуле такой гемор, ты должен создать свой уровень, сохранить, потом вручную заменить файл, и тогда ты сможешь поиграть в чей-то уровень, так с каждым уровнем. Да ну в пизду, блин. Ну ты нахуй там. У меня реально какая-то задержка в игре. И звуки запоздали. Потому как... что надо было играть, блядь, на железе, блин. Как он играет на железе, это ж порт официальный. Не на этом. Компьютер из пластика и поролона. В Эльдорадо. Блазер, я не понимаю, что мне делать с этим говном. Это я тут, блядь, зашел, не помню, на как, это на какой-то онлайн-магазин, блядь, то ли Перу, то ли еще что-то такое, короче, думаю. Ну, дай что ли, гляну эти, как называется. Ну, что там, плакариком, блин, по дискам. Захожу, смотрю, а там, блядь, только PS4, блядь, и все. Такое ощущение, что других приставок в жизни вообще не бывает. Только PS4, ничего больше, блядь. А-а-а. Так, добрый... Воу-воу-воу-воу! Пожиратели дерьма. Так, ну погнали, хули. Снизу кнопку, говорит, первый пошел нахуй, второй пошел нахуй. PS5 не нужен, говорит. А, вот это, господи, точно. Так, дроп нашел. Вот. О, да, я понял. Про PS5 у нас там, блядь, были дебаты. Фу, есть, она блядь. Как-то хуёво выглядит, хуё-моё. Я говорю, блядь, а ничего, что бокс это, блядь, тупо гробик нахуй. А у плойки просто тупо футуристичный дизайн, который не каждому понравился, блядь. Да хуй с ним. Да хуй с ним сделал. Ай, про игры это да. Функциональный еще, блядь. Нихуя не было, блядь. Короче, у нас там, блядь, я думаю, все бомбят не с вида, а с того, что оно, блядь, ставит. Ебаный нахуй. Ёбаные нахуй жители Украины, блядь, тупорылые. Бокс кто? Гробик Литл спрашивает, да? Чё? Ну, Литл спрашивает, бокс Гробик, ну ты сказал, то что... Ну, не, ну я образно просто, ну, чё считаю, это просто как коробка, да, как корпус. Ну, да, корпус, ну да. Оправдывают название, чё-то не нравится. Не, я ничего не говорю. Да я... нет, он же не тебе, а... Я возмущающимся. Просто к тому, то, что это как бы, блядь, все это такая вкусовщина, что пиздец, блядь. Но нахуй у нас там, блядь, украинский дружане решил, блядь, блеснуть своим, блядь, умом нахуй, устроить какой-то пиздец в чайнике, нахуй. Теперь я в итоге, блядь, за изгоя, нахуй. Да чё, там, блядь, нахуй пошлёшь, все обижаются. Давай. Так, неинтересно. Я же чё в самом начале-то и сказал, что, блядь, чувствую себя как дома, нахуй. Пришёл, нахуй, послал прям, блядь, сходу, блядь, отлично. Да идёшь ты нахуй, и ты туда же, сударь.
О, сейчас повара пиздить буду. Он так сидит, как будто сейчас скажет, вот is the man. Ай, блядь, колобачи. Колобачи? Да. Колобачи. Это как гаспачи, только колобок. Ебать. Старше, чем хуй знает. Ебать. Блядь. Блядь. Это надо было придумать, да. Так, блядь, Follow the Magic Trail. Куда нахуй? Ебать, охуенно, блядь. Follow просто, блядь, через всю как. Пизду куда хочу, я все чуть на дверь сломал. Отлично. I'm loving it. Какой суперчардж, прекращай! Супер Саяна, блядь, там превратиться решил, сучий попер. Блядь, да не нахуй. Не привык. Эй, пацаны. Почему она не пихает туда, куда надо? Упал я эту клетку, блядь. Сколько можно в этом тюрьме сидеть, ебаная, бля? Ай, блин, тихо, тихо. Так, стою охуенно. Продаться, блядь, продаться. Блять, я ненавижу магов, сука! Ай! Да блять, хуй ты делаешь, Соломон. Я уже понял. Да, я смогу. Хоть одна хорошая. А почему на нем текстуры нет? А, шипсы комнаты, я понял, да. Я просто не сейчас только увидел картинку, которую ты, Морган, кинул. Я натяну твою жопу. На рюкзак. И это Биг Мак. Чей? Мальчики, скиньтесь на Биг Мак. Биг Мак? На Биг Мак, да. Ты Биг Мак. Геймак. Ебать нахуй, я таких штук даже не знаю. Чё, геймак? Геймак, это вот Мак Марио, блядь, 16. Ты с ними дерешься там сейчас, ты сказал, ты их ненавидишь. Геймак. А, это эти, блядь. Да нет, я шучу. Так, ладно, я на сегодня тогда кружусь. Шо это? Шо это, блядь?